что липа все-таки это мое дерево, оно с детства меня сопровождает со мной. Я родился под липами. И до сих пор я очень люблю это дерево, правда. И его запах меня тревожит. Ну, слава богу, многие запахи еще тревожат. Это о чем говорит? Коронавида нет, коронавируса нету. Вот. Ну и завершение. Посвящение, знаете, еще одному моему другу я написал, Юрке Кострову. Это норильский геолог, норильский автор песен, собственно говоря. Он до сих пор живет в Норильске, все никак не выберется. Я его все звал к себе туда, на Украину, в деревню, где я жил. Вот. И он туда. А как мы перебрались вот, в Подмосковье, так он заехал туда к нам. Ну, первым делом спросил, Серег, слова спеши, до сих пор не знаю этой песни, а тебе уже прошло лет это много. Он ее слушал в Норильске, сел на первый ряд. Вообще-то, знаете, вот перед своими выступать страшно. Страшно. Но если ты ошибешься, они простят, и потом свои, ты их потом еще увидишь и можешь перед ними спеть. А еще страшнее выступать перед незнакомыми, потому что может случиться так, что попытки-то поправиться и не представиться больше, к сожалению. Вот я не знаю, как это. Мне просто нравится выступать. Знаете, вот честно говорю, я от этого, ну, слово такое веселое, торчу. Вот мне самому хорошо. Понимаете, когда я выступаю, и спасибо вам, вы даете мне энергию. Честное слово, только вы. Не я вам, это вы мне, поверьте. Ну и Юрке Кострову. Ну, написано в деревне в Украине. Целый день кручусь я, как заводной. Новостей хороших нет, ни одной. И меня печалит это весьма. Вот возьму, пошлю на север письма. Брату Юрке напишу, приезжай. Абрикосов у меня урожай. И в подвале ряд бутылок лежит. Но от утра от тебя не сбежит. И не надо писать ответ. Приезжай, и мы вспомним, брат, как над нами вставал рассвет. Хоть еще не сгорел закат. Выпьем молча за ушедших друзей и нальем за тундру и Енисей. Ну а после под гитару вдвоем добрых песен от души попоем. Как бывали тяжелые рюкзаки, как бывали от людей реки, как судьбе смотрели прямо в глаза, а хотелось оглянуться назад. А когда к нам придет сосед, то ему ты втолкуешь, брат, как над левым плечом рассвет, а за правым еще закат. И из книг от нулевого столба знаем север ты и я изнутри. Кто уехал, кто остался, судьба. Ты ее за это, брат, не кори. Силы есть идти дорогой своей, хоть порою и низки не видать. Так иди, и ни о чем не жалей. А устанешь, приезжай, буду ждать. И не надо писать ответ. Приезжай, я ведь помню, брат, как над левым плечом рассвет, а за правым еще закат. Я желаю тебе сто крат навсегда до скончания лет, да не тронет тебя закат.